Зори «Жигулей» теперь можно встречать и провожать тоже, глядя из окна уютного домика. Муниципальная турбаза в Самаре снова ждет гостей. 29 домиков с шикарным видом из окна постепенно заселяются и обживаются. Белье, конечно, свежее все есть. Это номер семейный, вот видите, как для семейной пары, которая то есть, с детьми может все. Холодильник есть в каждом номере. Готовить можно на общей кухне. Здесь есть все необходимое для кулинарных подвигов. И ностальгический момент – ряд уличных умывальников, как в советском детстве. Много лет турбаза стояла заброшенной. И в этом году, всего за полтора месяца, удалось превратить ее в место отдыха горожан. Здесь, во-первых, все домики вычистили, вымыли все домики. Здесь провели трубопровод. Здесь насыпали песок на пляж. Очень много песка завезли. Почистили всю территорию, обрезали все буквально деревья. Здесь вывезли кучу-кучу машин, мусора. Это уже пятая турбаза, восстановленная силами муниципальных предприятий. Все они находились в ведении города, но не использовались. В течение 3 лет по инициативе главы проводим выверку наличия турбаз, которые находятся в муниципальной собственности, и изыскиваем варианты возможности того, как их реанимировать. Все практически турбазы были, к сожалению, заброшены, не использовались. Несмотря на то, что турбазы ведомственные, отдыхать здесь могут не только сотрудники муниципальных служб, но и остальные горожане. Стоимость приятно отличается от частных баз отдыха. А шикарные виды и умиротворяющие звуки природы подарят заряд бодрости на долгие месяцы вперед. Кроме созерцания прекрасных видов и наслаждений тишиной, здесь можно найти еще массу увлекательных занятий. Собирать ягоды, рыбачить. И любители тихой охоты тоже найдут, чем здесь поживиться. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.